Всех приветствую, дорогие друзья, случайные зрители и гости моего канала. С вами я, Оскар Инг. Я вас просто задолбил вот этими всеми телефонами, распаковками. Отлетел мой Poco F3. Почему я снимал как бы на него видос такой небольшой? Потому что как бы, ну, я решил как бы для вас новый видос записать. Купил, отлетел в Уфе. Кстати, этот привет передаю Егору. Егорыч, салам тебе. Вот, как я сказал, взял Poco M3 специально для распаковочки, для ребят. Сейчас мы возьмем, как бы, первые ощущения такие, короче, по сравнению с Poco F3. Вот, сейчас мы посмотрим, откроем. Чисто распаковочка такая небольшая, поэтому, ребят, кто не подписан на канал, подписывайтесь, как бы, ну, там, после, ну, эксплуатацию, все, короче, как бы, там, пользование, там, все движения, я обязательно вам запишу, еще видео будет. Вот. Сейчас, короче, почему взял Poco M3, здесь 6, ну, махов, короче, то, что тут мощная батарейка, вот, по старой схеме, желтенькая эмблема тут, вот так вот Poco. Люблю Poco, Poco молодцы. Так, что у нас по старой традиции у нас тут? Скрепочка. Кстати, скрепочка здесь другая, не такая в этом, в F3 она кругленькая, чуть-чуть другая. Дальше что у нас? Чехольчик, мануальчик. Все круто очень. Чехол. Взял Poco желтый. Желтый такой модный цвет. Но чехол силиконовый. Блок камер, кстати, похож на этот, на Xiaomi. Xiaomi. Какой этот? Последний Xiaomi, короче. Напомнил, короче, вот эта бандура выпирает. Какой там? Забыл, короче. Последний Xiaomi, короче, этот ультра, который. Вот. Сам аппарат. Так, вот он вот так выглядит. Ну, кстати, вот по габаритам да, довольно такой, короче, 48 мегапикселей, Full HD дисплей, Snapdragon 662. Вот. Что у нас? Опа, суба. Ну, такой цвет, конечно, такой. Очень веселый. Какая-то, что за? Что за анаконда тут вообще? Уже грязный какой-то, блин. Вот. Вот он, кстати, выглядит очень неплохо, так? Пленочка по традиции. Пленочка имеется на экране. Ну, новый телефон. Есть новый телефон. Вот, сейчас мы его подрубим. Датчик отпечатков пальцев, я понимаю, что сбоку. Я на него обзоры, кстати, вообще не смотрел. Я просто смотрел, кстати, ну, неплохой телефон. Вот, по старой традиции, как на BMW, вот так вот раз. Сюда вот так вот. Будущему владельцу Poco. Poco. Вот, сейчас мы его врубим. Посмотрим, насколько китайцы вообще позаботились о нас. Все включается, уже хорошо, если включается. Сейчас мы наш блатной номер сюда подоткнем. Так, что тут, короче, я слышал, что есть стерео. Вот, что у нас, а ну-ка давай лоток сейчас откроем, посмотрим, что тут у нас с лотком. По пути пока. Скрепка, кстати, вот реально какая-то, как будто дешевая, блин, она реально вон отходит. Вот здесь она не монолитная, короче, а вот проволочка просто загнута и все. Just a sec. Опа, бинго. Короче, можно две симки поставить, короче, еще и флешку, короче, подоткнуть. Это очень радует. Сейчас мы посмотрим, где тут один, где два, вот она. Короче, первая симка вот здесь вот посередине есть, короче. Ну, я просто представитель старой школы звонков. Я симку реально, короче, одну использую. Ну, мне так удобнее. Я не привык. Гонял с двумя симками, но это не мой выбор. Есть у меня флешка, кстати. Так, водоткнули. По ощущениям, реально, ну, по сравнению с Poco F3, ну, он реально пластиком, как бы, ну, он дешевле ощущается раза в два, как и стоит. Короче, ну, такой легкий достаточно, в руке, как бы, вот он, в принципе, по габаритам, ну, примерно, плюс-минус одинаковый. Сейчас мы его зачехлим по старой схеме. Чехол, ну, в лучших традициях Xiaomi, он бетонный. Деревянный, но заглушечка стоит. Херовая, кстати, заглушка. А, нет. Заглушка непонятна, она, короче, то ли закрывает, то ли нет. Но она быстро, короче, она вообще не прилегает. Так вот. Ну, уже неплохо, ладно. Так, что у нас? Подрубилась мобилка. Сейчас мы, короче, его запустим. Первое впечатление сейчас вам обязательно сообщу. Россия, настройки. Условия пользователя, политика конфиденциальности, все как обычно, все разрешаем. Мой Wi-Fi сейчас подрубаем домой.
Подрубаем к моему Wi-Fi. А дисплей, кстати, здесь IP, IPS, не AMOLED-овский. Вот. По старой схеме вот эти вот монобровь небольшая. Ну, точка, не знаю, трусы их как называют. Вот, загружается. Ну, Snapdragon сам по себе неплохой. Ну, такой цвет, короче, на этот такой оптимистичный, короче, чисто цвет компании. Желтый такой. Полка. Ну, прикольно, кстати, сделали. Вот мне нравится, что желтый именно и с черным вот этим вот модулем. Трипл камера. Три камеры. Сейчас мы посмотрим. Еще я не знаю, кстати, надо будет посмотреть, на какой снимать там. Либо сейчас вот снимаю на Redmi Note 10. Проверка обновлений идет. Смотрится неплохо. А, Mi 11 Ultra, короче, вспомнил название. Вот, это от тех же ребят, пока этот парень грузится, короче. Мы идем дальше по коробке шастать. Что тут у нас идет? Опа, вывалился. Тут ничего нету. Так, шнурецкий. Как всегда, вопросов, претензий. В Poco F3 вот здесь вот он был оранжевый такой, короче. Ну, по качеству вопросов нет. Что тут у нас? Что у нас тут обещают вообще по зарядке? Вот у нас зарядка. Так, что у нас тут? 20-ваттная зарядка. В Poco F3, по-моему, 33 ватта. Максимум 22,5 вольт, ватт. Чего-то, короче. Короче, 20-ваттник. Ну, в принципе, это будет достаточно. С учетом того, что там 6 тысяч, короче, объема вот этой всей движухи тут, короче. Скопируйте приложение, данные. Окей. Далее. Скопировать из облачного хранилища. Полетели. Сейчас мы подрубим музыку, послушаем, короче, как вот. Ну, ощущения такие, да, вот только что вот буквально 3 часа назад с Poco F3 гонял. Вот, сейчас вот сразу же, короче, Poco M3. Вот, как BMW, короче, Poco M3. Так, давайте. Так, тактильное ощущение. Сейчас мы сделаем. Без виброотклика. Ну, он не настроен, возможно, так. Сейчас я введу свои данные. И мы реально посмотрим. Ну, экран такой приятный, я скажу. Приятный такой. Разрешение экрана радует. Сейчас угадать бы свой пароль. Ну, реально, вот ощущение пластика, оно остается. Да ёп. Сейчас надо бы. Ну, удобно, кстати, вот печатать удобно такое. Не могу вспомнить, угадай. Да что ты, сука? Забыли пароль, конечно. Просто нажимаем «забыли пароль». Ввести 8-значный резервный код. Другой способ. Номер телефона. Вот это наша тема. Вот это да. Россия. Восстанавливаем, короче. Что за нахер? А, все, я понял. Почему я не мог пароль угадать? Потому что я просто цифры в мейле, короче, не написал, поторопился. Сейчас все будет, ребят. Все четенько. Все, нормально, зашел. Получите код автоматического подтверждения. Получите на телефон. Конечно, на мобилку. Доставка может занять несколько минут. Но Google, они, ребята, шустрые, они все под контролем. Пропустить номер не надо нам. Пропустить, принимаю. Мы сейчас все это все... 55%, короче, сразу же из коробки запечатано. Ну, это уже очень приятно уже. Единственное, мне не нравится вот это вот. Что за дичь вообще? Могли бы здесь не писать вообще. Получение информации аккаунта. А, здесь, короче, для наушников мини-джек. Можно сразу напрямую подтыкать, короче. Ну и микрофон, скорее всего, здесь сверху.
регулировка громкости, блокировка, также по старой схеме, кстати, Poco молодцы. Вот. Ну, мне нравится вот это решение, сразу удобно под палец, нежели чем сзади у некоторых Xiaomi вот здесь, ну, оно удобно, как бы, но не настолько, как вот сбоку, сразу большим пальцем, сразу разблокировка идет. Так, резервная копия есть. Далее. Подтвердите. Подтвердили. Сейчас буду угадать подтверждение вот туда. Пошел что-то, короче. Пошел что-то чекинить там. Вот. Ну, вот такого чисто. Алло, салам, короче. Алло, Руслан, подъедь, пожалуйста. Чисто алло, Руслан, подъедь. Подъедь, конечно. Type-C, очень радует, что Type-C. 200. Код, как обычно. По старой схеме, что код я с первого раза сразу не угадываю. Это традиция, это нормально. Поэтому мы делаем дубль 2, пока нам Xiaomi не начнет говорить, тормози, брань. Давай как-то нормально авторизируйся, без всяких фокусов. Вот. В принципе, ну, экран радует, неплохой такой. Честно удивляю то, что при таких габаритах, относительно небольших габаритах, вот по сравнению с Poco X3, вот, у него тут 6000 батарейка, это серьезно, что-то грузится, трипл камера, опять произошла попытка, ну, вот так вот, давай вот так, еще третий раз, неверный пин. Так. Вот так вот. Какой у меня пин-код там был? Я даже не помню. Произошла ошибка, короче, говорит, повторите позже все. А, все, ништяк. Восстановить. Все. Все, вы можете продолжить настройку устройства. Подождите опять. Опять в ожидании, короче, все в ожидании. Резервное копирование, использовать местоположение нет. Разрешить поиск сети. Отправка данных. Ну, это как обычно, просто при отправке данных о устройстве, ну, о работе устройства не нужно. Устанавливать обновление, все, принимаем, короче. Продолжить настройки, можете выйти прямо сейчас. Мы напомним вам завершить настройку позже. Ну, продолжим, давайте еще. Ассистент всегда рядом. Активация ассистента с помощью команды Google OK, не сейчас. Так, нет, спасибо. Все, пошло восстановление. Все, восстановимся по кайфу чисто, короче. Ребят, сорян, как бы, ну, за такое движение, как бы, да, там, ну, все равно это технические моменты, без которых, как бы, в любом случае, как бы, ну, не обойти, да, вот это все. Почти все готово, говорит. Вот, и мы, ребят, сейчас с вами заценим музыку. Вот, заценим, что по экрану вообще, по пикселям вообще, по камере. Сейчас я вам все это расскажу, как бы там, сколько заряда еще. Не видно? Ну ладно, будем надеяться, что наш другой товарищ не сядет. Не надо, не трогай, пускай. Вот, почти все готово. Ребят, все вопросы, кстати, ну, это к создателям Poco, как бы, это не я виноват, потому что, ну, все вот это ожидание, это все из-за него, как бы, если бы он был быстрее, это все было бы намного быстрее. Поэтому все готово, никуда нажать ничего нельзя, ну-ка давай, нет, ни оттуда, ни сверху, ни снизу, ничего нельзя нажать. Вот. Динамики, как бы, снизу мощные, ну, такие вот, три дырки такие, сверху три дырки, ну, как бы, ну, мне интересно просто, насколько вот он, как бы, четко и громко играет. Потому что Poco X3 прям вот, ну, у него реально он долбит просто вот, ну, X3. Но он долбит настолько, что у него пластиковая крышка сзади прям вот, прям чувствуется, что она вот, ну, шевелится. От басов как бы туда-сюда, почти все готово сейчас. Сейчас мы всю эту движуху затестим. И мне вот реально интересно, насколько вся эта движуха, ну, судит. Потому что здесь 54%, еще как бы этот, ну, 3000 еще как бы здесь есть. Но это, если переводить на Poco F3, на Poco F3... Ну, это так, топорным, конечно, языком, как бы. Ты на Poco F3 это 2000, это где-то. 2000 миллиампер осталось. Здесь 3000. Ну, нормально еще. Местных 54% здесь хватит, будь здоров еще. Как в айфоне. В полной зарядке айфон. 13-го. Друг, ну давай как-то пооперативнее. Короче, сейчас вот это все это дело я вырежу. Нажми паузу пока. Сейчас он.
Есть? Да. Запись пошла. Да, идет. Итак, ребят, короче, все, он восстановился полностью, короче, ну, рабочий стол, как обещали мне, со всеми приложениями, ну, из облачного резервирования, что он там 31 файл какой-то выгружает, ну, у меня TikTok зато главное есть, самая главная вещь блогера это TikTok, вот, ну, ладно, мы по традиции, короче, куда мы пойдем, правильно, мы пойдем в наш любимый YouTube, и мы загрузим музыку без авторских прав и послушаем, что он вообще нам скажет реально, как бы, и потом мы посмотрим камеру, как будет камера работать, что у нас. О, сразу в Ютубе он мне сразу делает мой аккаунт. Это уже хорошо, это радует меня. Что он узнает папу. Папу в деле. Вот, загружаем музыку. Тактильная отдача, я не знаю, как бы в настройках даже не лазил. Он мне сразу запустил, короче, и я сразу же, ну, с вами же на связь вышел. Вот, не делал, как бы, поэтому, возможно, как бы... Про виброотлик я... Да нет, чем мозги? Кстати, ну, плавность движения присутствует. MIUI 12 нормально, работает шустро, обновлений компонентов нет. Так, экран. Сейчас мы тактильную всю движуху еще выставим сразу же. Так, полный экран. Так, яркость. Яркость, режим чтения, размер. Ну, все то же самое, что в Poco F3. Абсолютно безграничный экран. Что тут нам хочешь нам сказать? Жесты. Чисто на жестах движемся, короче, это приложение, предыдущее приложение. Так, сейчас. Тактильная отдача, виброотклик. Так, сейчас. Так, ладно, сейчас просто в поиске делаем виброотклик. Ребята, кстати, ну, напишите в комментариях, там, как бы, ну... Интересно вот это, неинтересно, что-то, ау, вырезать, стоит на будущее как бы вырезать, как бы, да, там, ну, ваши там ощущения. Я реально, я загружу полностью от и до просто, со всеми ожиданиями просто, где реально я понимаю, что можно как бы тормознуть, я торможу, как бы, да, там, ну, видео, вот. Ну, как бы вам было бы приятнее, как бы, принимать сухую информацию в полном виде, или как бы мы будем, ну, в плане беседы, как бы, там, вам интересно наблюдать, какие вот тут движения буду совершать, как бы, там, мои... Там как бы эмоции, там как бы ощущения, там переживания, может быть, какие-то. Так, дополнительные настройки, события. Что-то виброотклика вообще, что-то я не пойму. А, звуки нажатия. Звук, нет. Звук при наборе номера, что-то вообще какая-то моросня. Вибрация при звонке, а, вот нам виброотклик. Сильный поставим. Чтобы сказать, чтобы это топовый виброотлик или не топовый. Вот, ну просто кто-то говорит нам, движок, там все дела там. Вот. Вот реально мне очень интересно по качеству. YouTube больше не заходит. Не заходит после виброотлика. YouTube не заходит, охереть. Или он открыт из. Нет. Виброотлик вообще вообще никому не под хвост. Реально не заходит YouTube, что за нахер? Вот. Не заходит YouTube. Охереть, окей. Может обновление, синхронизация Google контактов, облачное резервирование. Это что за фокусы, ребята? Не заходит YouTube? Ну ладно. Не заходит. Ну вот, вот это единственный момент, который ну, не очень приятен мне, когда вот, ты ну, новый мобил достаешь, как бы... Сейчас он вот эти облачные движения вот эти сейчас будет делать. Это ужас просто. Ужас тихий. Я думал, сейчас мы быстренько чекнем, короче, что там, как. Какие-то новости. Вот это вот, мне нравится, кстати, вот эта рубрика с новостями. Тут вообще, ну, движения как бы они показывают. Все, что тебе нравится, он реально вот тебе показывает вот эти новости. Что-то он опять выкинул на рабочий экран. Экран очень нравится. Разрешение вот, ну, топчик просто. IPS, как бы, да, там вот у Xiaomi вообще молодцы. Они вот молодцы, тут ничего не скажешь. YouTube сейчас зайдет. Заходит. Ребят, заходит. Зашел, все хорошо. Нам тут музыку как бы послушать и все. Да потом камере заскочить там. По старой схеме наши треки. Time is unfair, 'cause I know you're...
стереоэффект присутствует, короче, но высоких частот, ну, прям что-то как будто реально слишком громко. Ну, как бы нормально сейчас. Сейчас мы послушаем все. Музыка достойная, нормально как бы это. Чё там? Нормально всё? По звуку, кстати, он не тише, чем Poco F3. Вот, неплохие динамики, я скажу. Нормально, не звучит как шарманка, уже радует. Нет, хорошо, хороший звук, мне понравилось. Так, ну теперь камеру залетим, что по жесткой схеме. Посмотрим, что как камера, местоположение отклонить. Не показываем, серийная запись, удерживание кнопки, серийная съемка, запись видео. Запись видео пускай будет. Камера. Фокусировка есть, неплохо. Так, а ну-ка портретная. Передняя камера. Ну, неплохо, неплохо. Достаточно неплохо. Но это тоже телефон, как бы свежий, как бы, ну, по детализациям все дела, как бы там. Немножко потормаживает. Чувствуется, что процессор немножко, ну, полегче, послабже, чем у Poco F3. Прям, ну, вот, в камере, вот, допустим, ну, в основных процессах, как бы, сильно нет. Именно в камере вот, ну, немножко есть такая движуха, как бы. Основная камера, что у нас тут? Нас интересует видео. Стабилизация здесь есть, кстати. HDR режим тоже есть. Что у нас? Ой-ой-ой-ой-ой, камера вообще, ну, конченая, нет. 1080 на 30 FPS, короче, видео дает снимать. Но это что за дичь? Нет, в таком камере я не буду снимать. Вот, Poco, на Redmi Note 10 у него 1080 и 4K есть. Здесь 4K нету. Уж сразу говорю. Что тут, настройки. Опечалила, конечно, камера опечалила. Настройки. Цвета, расположение, функции, режимы камер. Хоть и трипл камера, все дела, как бы кодеки, модеки, разрешить маркировку видео. Сохранять место, устранение мерцания, авто сразу поставим, политика. Нет, видео 30 FPS снимать на основную камеру, ну это дичь. Макросъемка, фото, что у нас? Где HDR? HDR, видимо, только для фото. Нет, по сравнению, конечно, Redmi Note 10 лучше снимает. Ну, по крайней мере, в разрешении. Вот, поэтому, как бы, я не буду снимать хуже, как бы, в любом случае. Видео реально, конечно, ожидал большего. Хоть и 48 мегапикселей, но это что, это 720 и 1080, 30 FPS. 60 FPS даже на 720 нету, это что такое вообще? Фотки, да. Фотки можно делать, видео снимать, ну, я не буду снимать для своих ребят в 30 FPS, короче. Вот, камера опечалила. Опечалило. Звук нормальный, как бы так, нормальная мобилка, как бы для повседневного вообще ништяк. Вот, как бы там, для видеосъема, как бы, ну, в принципе, кто снимает вот постоянно, как бы, ну, это только такие ребята, как я, которые там снимают там на мобилке, там, загрузить YouTube, чтобы другие посмотрели. Я, понятное дело, я трендерю, как бы, это все, это в 4К. Ну, вот такие сердечки, это мое послание к моим подписчикам, ребят. Вот, все, кто со мной. Так что, ребят, вот такие вот были первые ощущения, опыт использования. Обязательно подписываемся, ставьте лайки, пишите вопросы. Все, что знаю, все отвечу. Вот, ну, по пути, как бы. И все вопросы как-то так вот. Ребят, с вами я был, Оскар Инк. Задавайте вопросы какие-то, если моменты есть тоже, как бы там, ну, там, если у кого-то, может быть, кто-то хочет его купить, там, по пути, как бы, там, какие-то вопросы сопутствующие, там, где-то в каких-то моментах, в настройках легко просто, как бы, там, задали вопрос, я в этот же день вам ответил, все будет ништяк. Поэтому, ребят, всем техники, всем науки, юмора обязательно. Ребят, с вами был я, Оскар Инк, с кайфом, полетели дальше, до новых встреч.